приезжал уникальный инженер Паскаль Коте в Киев. Он изобрел совершенно потрясающую камеру для фотографирования живописи по слоям. То меня нарыли, откопали и, так сказать, ко мне обратилась. Так что я как специалист по Леонардо говорю вам, что я видела Джоконду без стекла, без футляра. И я видела, что нарисована на задней стороне этой тополиной доски, где есть, на которой написана Джоконда. То есть я в этом смысле везучий человек очень, потому что видела Джоконду, во-первых, многократно, не только в Париже, в Лувре, но и в музее Пушкина, куда привезли Джоконду, когда она ехала на гастроли в Японию. Из Японии японские туристы, это в советские времена, так на минуточку затаите дыхание. Дело в том, что это же японцы, это же другие люди вообще, с другой планеты. Они в тот момент, когда у них находилась Джоконда, у них это 70-е годы прошлого века, у них уже были компьютеры такого уровня, что они сделали замеры по внешним данным. Объем шеи, объем грудной клетки и другие показатели инженерно-медицинские. И они воссоздали голос Джоконды и выпустили это. И привезли мне голос Джоконды, зная, что я занимаюсь Леонардо, в подарок. Так что я про Джоконду знаю все. И я вам хочу сказать, значит, начинал писать картину Леонардо во Флоренции по просьбе своего друга, торговца шелком. Его звали Франческо дель Джоконда, его любимую жену Монну Лизу. Он начал ее писать во Флоренции, поэтому она изображена у себя на балконе и... За ней простирается замечательный тосканский пейзаж с водами, со скалами изумительной красоты. Всего это сейчас не видно, потому что она под пуленепробиваемым стеклом. Это стекло порядка 10 миллиметров. То есть вы захотите, вы все равно не увидите. А тем более там всегда стоит толпа японцев, которая вам мешает ее рассмотреть. Ну, когда смотришь ее без стекла, то все это видно. Сначала история написания. Когда Леонардо по приглашению Франциска I уехал во Францию, он взял с собой эту работу под предлогом того, что он не закончил. На самом деле, как предполагают сегодня уже все специалисты по Леонардо, сходятся в определенном мнении, что Монна Лиза была единственная женщина из всех остальных женщин, которую он любил. Но это была жена друга. И он любил ее как бы вот такой вот любовью, без всякой надежды на взаимность. И поэтому он эту картину вывез с собой во Францию. Есть очень четкие указания тех специалистов и тех леонардесков, от которых он уезжал, которые видели работу над Джокондой, и с ним поехал такой замечательный леонардеск, его ученик Франческо Мельци. И Мельци оставил дневники, в которых он писал, что не было дня, когда бы маэстро Леонардо не подходил к этой картине и не добавлял хотя бы один мазок или один штришок на эту картину. Когда Леонардо умер, он назначил своего душеприказчика. Им являлся король Франциск I. И эта картина стала собственностью Франции. С нее начинается живописная коллекция Лувра с Джоконды. Когда вот этот Паскаль Коте, который французский инженер, который приехал из Франции и встретился со мной, мы с ним замечательно общались на тему Джоконды,
Он мне показывал вот эти вот уникальные снимки, когда Джоконда снята, ему Лувр разрешил, вы представляете, какое доверие. Лувр разрешил снять по слоям Джоконду, начиная от первого слоя рисунка. У нее руки лежат по-другому. Вы сейчас видите руки, которые соединены на животе. А первый вариант Джоконды, у нее руки лежат на кресле. Она сидит в кресле, у нее правая и левая руки находятся на кресле. И Паскаль Котте меня спрашивает, ваша версия, почему Леонардо поменял руки? Я говорю, вам не нужна версия, вы говорите человеком, который жизнь Леонардо знает по дням. Она была беременна в этот момент. И как любая беременная женщина, те, у кого есть дети, мне подтвердят, что первый жест женщины, когда вот мы носим ребенка, это прикрыть свой живот. То есть мы, это как бы такая вселенная, которая закрывает своего будущего ребенка. Вот почему так руки. Первые варианты Джоконды были, вот внимательные люди увидят, что у нее на лбу такая тоненькая полосочка. Это вуаль. Это вуаль траурная. У нее к моменту, когда заканчивал Леонардо эту работу, умер муж. И появилась на голове у Джоконды вот эта вот, она, когда видишь живую картину, она такого серебристо-серого цвета, невероятно тонкая, красивая, даже непонятно, как в те времена леонардовские были такие ткани. Мы привыкли, что есть такой капрон, да, прозрачный, как колготки. Но вот тогда тоже были, оказывается, такие ткани. И у нее такая вдовья вуаль на голове. Опять Паскаль Котте, который говорит, боже, я не зря приехал в Киев, какое счастье. Ему никто не говорил в Париже, почему у нее появилась вуаль. Почему на первых изображениях Джоконды, с которых копировал. Вот моя девочка, которая вот, неправильно имела информацию, копировали Джоконду, пока она писалась Леонардо, и многие леонардески, и Рафаэль. Никакой вдовьей вуали не было, а была просто женщина. И вдовья вуаль появляется уже во Франции. Они переписывались с Джокондой, когда она овдовела, она писала письма Леонардо, Леонардо писал ей в ответ. На это есть еще одна вещь, которую кроме меня вообще никто не знает. Что изображено на задней части тополиной доски Джоконды Моны Лизы? Те люди, которые ходят ко мне постоянно, слышали от меня, я рассказывала. Когда я была в музее Пушкина с группой музейщиков из Киева, и нас пригласил замдиректора по науке. И мы приехали в тот день, когда была вот сумасшедшая толпа. Он посмотрел на нас и говорит, завтра у нас санитарный день. Приезжают французские специалисты проверить состояние картины. Будут вынимать ее из футляра. Хотите присутствовать? Я вас спрашиваю. Вы бы хотели присутствовать? То есть трепет. Я ночь не спала перед этим событием. И когда, значит, мы одели реставрационные специальные перчатки хлопчатобумажные белые и... Благороднейший человек, замдиректора по науке, глядя на наши глаза, которые, так сказать, вообще были как звезды сияли, говорит, хотите подержать в руках? Ну, конечно, конечно. И вот я ее взяла в руки. Ну, тополиная доска небольшого размера, она действительно не тяжелая, потому что она небольшая. И, конечно, мне было интересно посмотреть и лицо, и изнанку, потому что для любого настоящего специалиста, искусствоведа, изнанка очень важна. Потому что, когда подделывают картины, не думают о том, а что сзади. Потому что сзади-то не видно, да? А если ты знаешь, что сзади,
то ты лишний раз убеждаешься, что это подлинник, а не копия. И сзади есть две печати. Одна печать Лоренцо Медичи, 8 кругляшков таких вот, 8 монет золотых, потому что Медичи – это банкиры. Их герб, значит, они начинали как медики, у них либо, ну, два толкования есть этого герба, таблетки, 8 таблеток, либо как банкиры 8 монет золотых. То есть печать Лоренцо Медичи. А зачем, мой вопрос к вам, а зачем он уезжал из Милана во Францию? Зачем ему надо было иметь печать Лоренцо Медичи, когда он уже был совершенно не у Медичи, а у Сфорца и уезжал из Милана? Зачем ему печать Лоренцо Великолепного? Мой вопрос к вам, как вы думаете? Умнейший человек Леонардо. Чтобы вывести картину. Чтобы вывести, конечно, конечно. Разрешение. Да, то есть это собственность Медичи, все хорошо. И еще герб Франциска I, саламандра. То есть две вот такие печати. Это понятно, что Джоконда. Это уже, так сказать, не придумаешь. И вот это все я видела живьем. Поэтому Джоконда – это, конечно, уникальная картина, уникальная история ее похищения, но это отдельная история про картины Леонардо и все. Значит, вот ведет к Джоконде, к залу, где сейчас находится Джоконда, коридор, в котором представлены картины. Ну, как вам сказать, если Джоконду за вот этим стеклом и за японцами совершенно не видно, то по коридору, по пути к Джоконде, есть работы, которые замечательно видны. В этом коридоре пусто. Можно наслаждаться, как хотите. Висят шедевры, с моей точки зрения, похлеще Джоконды.